друзья, наливаю себе черный кофе утром. Вот кофе готов. У нас сегодня вот такая погода. Солнечное, небо голубое, но прохладно. Вот стройка, видите, уже стали облицовывать сверху, с улицы, наш спортивный комплекс. Рабочие работают. Заказ важнее всего. Карантин карантином, а заказ и план важнее всего. Люди, видите, вдалеке работают. Облицовка идет здания спортивного комплекса. Должны сдать были где-то к лету. Не знаю, как посмотрим. Остался месяц, считай. Пятерочка наша. Магнит. Здесь магнит косметик. Магазины под окнами. Оренбург спит. Кто-то на пробежку. Но в маске, видите? Планов много у нас сегодня. Решила приготовить сейчас сырники. Вот у меня две пачки творога, 3-4 ложки столовой манки, яйцо. Насыпаем сахара, 2 чайные ложки, на кончике соли. Я соль добавляю всегда, даже в сладкое блюдо, потому что должен быть баланс во всем. Баланс во всем. И мешаем, друзья. Ну, вот такая вот смесь у нас получилась. Смотрите. Немножечко дадим настояться нашей манке. Чуть-чуть. Минуток 10. Будем выпекать сырнички к завтраку. На сковороду растительное масло налила. Сейчас будем формировать сырники. Сделала вот такие комочки. Обваливаю в манки. Прижимаю. И отправляю в масло. Я вам говорила, друзья, что все же сырнички, когда их в манке, они лучше, чем в муке. Не так горят и держат форму. Вот это вот я вам хочу посоветовать делать так. Вот сырнички наши на сковороде. Переворачиваем наши сырнички. Давайте посмотрим, как получились наши сырнички. Пышные, аппетитные.
наши ароматные сырнички к завтраку, друзья мои, тоже готовы. Посмотрите, какие они нежненькие получились, пышные. Рецепт вы видели, как я делаю. Готовьте, друзья, своим родным и близким. Дожариваются 3 штуки сейчас у нас. Дожарим, потом покажу вам. Вот такие ароматные, пышные сырнички у нас, друзья, получились на завтрак. Готовьте, друзья, вот по этому рецепту, что я вам предложила. Это уже испробованный рецепт годами. Приятного аппетита вам! И до встречи на канале «Новые горизонты».